Продукты из линии Тату помогут вам с небывалой легкостью создать целый ряд уникальных декоративных эффектов, не требуя при этом больших затрат времени на нанесение множества слоев краски. Оксид – это инновационная отделка на основе слюдистого железа, позволяющая создавать разнообразные текстурные эффекты, в том числе эффект платинированной стали, ржавчины и многое другое, на рельефных поверхностях, легко моделируемых с помощью инструментов из декоративной линии Тату. Сейчас мы покажем, как создается эффект Краст – оригинальное покрытие графиато с эффектом ржавчины, которая идеально подходит для интерьеров в современном стиле. Нам понадобятся продукты Impronte Top и Oxid, валик Impronte, затирка Impronte, тампон Zebrano, натуральная губка, шпатель Flex, губка Rivella Mezzaluna. Во всем процессе создания этого эффекта самый важный этап – это обработка базового слоя. В этом случае базовый слой изначально наносится валиком, а затем выравнивается затиркой Impronte. После этого при помощи тампона Zebrano необходимо создать на поверхности глубокие царапины, а затем пройтись по ней губкой для получения неравномерного рисунка. Наконец, используем шпатель Flex для сглаживания выступающих участков. После полного высыхания базового слоя 6-8 часов приступаем к нанесению Oxid при помощи валика. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть полученный эффект, следует пройтись по поверхности губкой Mezzaluna. Мы получили конечный результат – оригинальный текстурный эффект, воспроизводящий неравномерно заржавевшую поверхность. Это еще одно волшебное преображение, созданное за короткое время с помощью Tattoo Oxid. Tattoo – творчество без границ.